Здравствуйте, меня зовут Васильева Оля. Именно от вас я взяла пример, потому что вы помогаете, ты смотришь, как вы делаете, и думаешь, что я должен поступать так же. Я стану педиатром и потом планирую пойти в ординатуру по кардиологии, чтобы помогать людям, потому что в больнице это видно, то, что помощь очень сильно нужна. Этот год оказался для меня достаточно сложным. Не только в плане учебы, вообще эмоционально он был очень сложным. Ваша стипендия, на самом деле, мне очень сильно помогает, потому что я приехала в Питер, обучаюсь там одна, у меня нет там родственников, нет рядом мама, которая могла бы всегда помочь, поддержать. И поэтому ваша поддержка – это действительно как помощь настоящей семьи. Я ее трачу на свое образование, так как я хочу достигнуть целей, хочу получить профессию и стать действительно тем человеком, который добьется всего в своей жизни и будет помогать всем, как и вы. Спасибо большое. Thank you very much.